Добрый день, уважаемые подписчики. Добрый день, уважаемые коптивоводы. Сегодня у нас на установке Chevrolet Captiva будет устанавливаться магнитола в стиле Tesla в машину, на самом деле, Deo Captiva. Вот с таким бортовиком наверху. Магнитола в стиле Tesla на 11 андроиде с модулем 4G. Посмотрим, перенесется ли бортовик и все ли состыкуется. В результате установленное устройство выглядит вот так. Что видим из штатных опций? Видим то, что отображается панель климат-контроля. Изменяются значения, то есть видим, что полностью функционирует. Ну, здесь только отображение. Самый большой вопрос был у владельца по информации из настроек автомобиля. Видим вот следующие данные: температура охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, датчика уровня масла в этом автомобиле нет, соответственно, отображаться это и не будет. Магнитола на 11 андроиде с сим-картой, всеми любимый завод G-Funk. Вот такое вот меню, доступно еще меню другого плана, соответственно, сейчас покажем какое. Возможный вариант меню еще вот такой. Стиль домашней страницы, можно поставить классический стиль с, соответственно, иконками наверху. Вот, кому как нравится. Устройство быстрое, шустрое. Ну, ставится первый раз на Captiva. Посмотрим, как покажет себя в эксплуатации. Вот такие вот характеристики, соответственно, у устройства. Сейчас мы вам их покажем. О-о-о-о-о. 128 гигабайт памяти, соответственно, 6 гигабайт встроенный, 6128. Как-то так. Обзор короткий, не особо информативный. Приобрести данное и весь модельный ряд с памятью 6128 можно в мультимедиа лаборатории на Горбунова 12А. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Маленькая ремарка. Остался ненужным бортовой компьютер. Соответственно, клиент привезет сюда пятый динамик. И сейчас мы просто захлопнем этот бортовой компьютер. Временно клиент будет ездить с ним. Дальше подключится пятый динамик. И, соответственно, этот ненужный рудимент уберется.